Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 447. События дня. 2 Коринфянам 3:17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 3 марта 2017 года. Тут объявление Сергея Пупкова. Просчитайте, тормозните и просчитайте. Что каждое утро в 0:40 мы молимся, кто заходит к нам. Вот. Советуем всем вот это вот зарядить себя, посмотреть. Вот это проповедник и власти, стихотворение Рогова. И главное это комментарии там. Иногда спрашивают что-то, а если прочитаете, спрашивать не будете. Там все это написано. Видишь как, 200 тысяч просмотров, а там еще как будто и нету. Теперь о постах. Самый полный материал. Вот он. Где, смотри, заряжай. О святых постах. Это на нашем форуме. На нашем форуме. Вот он, форум. Форум называется. И к истинному православию. Вот где. А это где? А это на сайте. И вот вчера я взял это у Степаненко Максима с Томской епархии. Читай. Книга «Не святые святые» безопасна для сатаны. А эту книгу батюшка привез. Он разговаривал с этим Тихоном, его сейчас епископом поставили. И он дал мне книгу, я почитал, говорю, да пустота одна, там ничего нету, корочки одни. А его переиздают, а много переиздают. Вы знаете, есть посещение ролика одного, больше миллиарда. А какой? Корейская песенка какая-то. Какая, я уж не знаю, не слышал. Песенка обыкновенная, миллиард. Дальше. С удивлением обнаружил, что книгу «Не святые святые» архимандрита Тихона Шевкунова рекламируют в группах и продают в своих лавках. Рядом с шампунями «Хной» – кришнаиты. Ей зачитываются баптисты из неприсоединенных, между прочим, а это ревнители баптизма. И очень ее хвалят. О чем это говорит? Безопасна эта книга для сатаны. Совершенно безопасна. И, увы, у читающих сектантов не вызывает конфликта с их заблуждениями. Не отвращает от пути погибели. Абсолютно правильно пишет. Это Максим Степаненко. Меня это тоже на сектантке спрашивал. Вот это Тихон Шевкунов как раз есть «Не святые, святые». Книгу переиздают, переиздают. Дальше. Отсюда ее фантастическая популярность в народе. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Лука 6:26. И вот, 400 рублей книга, шампунь 230, и хна 100 рублей стоит, вот. Это магазин, интернет. А книга сколько? 400 рублей стоит. Ага. Дальше. В одной из кришнаитских групп рекламируют и продают книгу «Не святые святые» рядом с шампунем и хной. Имеет ли, например, такую популярность среди сектантов книга «Вне церкви нет спасения» диакона Георгия Максимова? Или... Почему Георгия Максимова? Я не считал, я знал, что это Илариона Троицкого. Или дальше. Книги иерея Данила Сысоева. Читает ли запоем «Рериховцы и оккультисты» «Сатанизм для интеллигенции» диакон Андрея Кураева? Много ли сумасшедших у нас и у чужих? Внимательно читает святителя Иоанна Златоуста. А почему называет? А много ли у нас сумасшедших? Да у нас нормально, так кто будет Златоуста считать? Тут я выставляю ролики насчитанные. Самая низкая популярность, самый низкий рейтинг у Златоуста. Еще раз убеждаясь, все, что любят массы простого народа, это пустышка. То, что начинает реально резать совесть, напрягать ум и дух, заставляет скорбеть о своей пустой жизни, обличает, бьет самые темные больные точки в душе, может направить жизнь к Царствию Небесному, того массы простого народа не читает. Это невыносимо для их сознания, это опасно для их ума, совести и образа жизни. Это вызывает озлобление. И даже не удивляясь, что эта публикация... Не удивлюсь. Не удивлюсь. Что эта публикация вызовет бурное озлобление у святых, почитателей книги «Не святые, святые». Эта тема частично обсуждалась мной в этих публикациях. И что интересно, я только один раз прочитал ее, потому что спрашивают о ней. Я понял, выкинь ее, никакой потери не будет, ничего нету, руками не три. Дальше. А теперь показать наши ресурсы.
Но самое главное для меня, что было одно время, мой мир. Он отличается от других, что можно было одновременно сразу посылать на 10 тысяч человек. 5 тысяч знаков, 12 фотографий. Потом это все куда-то убрали, видимо, гнали. Теперь большой у нас ресурс, наш форум. И вот маленько сдвинулось, вчера было в 3 раза больше обычного, у нас 350 обычно, а тут под 900. Я уже знаю, где-то кто-то против меня выступил, и люди начали искать сразу. Я говорю, один раз такой наплыв был, в 20 раз больше нормы. Норма 350 посетителей в день. И оказывается, потом только пришло известие, что в этот день Дворкин выступал против меня. Дальше. Есть у нас большой православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Название. Вот, помаленьку идет. Просмотров 5 миллионов 530 тысяч. Это уже что-то. И подписчиков 6389. Вот сегодня я выставил 5 роликов. Вот вчера, которые выставлял, это еще сегодня даже. Не, ну да, 5. Сколько тут, сейчас я тут посмотрю. Самое большое. Третинг. Какой у кого? Златоуста сегодня не выставил. Нету. 400. Так. Есть Златоуст чуть ниже. Есть сегодня? Ниже Златоуст. Ниже опустить. Нет, это вчера. Надо сегодня. Ну ладно, вчера. Где он? Ну вот он. Сколько? 72. Это за один день назад. Рядом занятия в Потеряевке по темам. 298. Вот. И... В труде познается канон Андрея Крицкого, даже попозже поставил, 913, я там снег показываю где-то. Ну я сегодня, который выставил, самый большой спрос 92, это события дня, там очень много есть. Ну, что скажешь, не все одинаково любят Слово Божие. Вот. И теперь самый большой ресурс у нас, это во свете Библии, православный библейский сайт. И самое ценное, вот эти ответы. Ответы по темам. И это разбито 55 тем. Сейчас мы идем суды. Про суды. Заканчиваю эту тему. Из разных книг. Ctrl-A, Ctrl-S. Скопировал. Теперь мне надо, чтобы это не мешало, я все это закрываю, убираю. Вот. Это открыть. Вот видишь, когда справа вот эта вот рамка есть, тогда она открывается на всю. Мне легче открывать. С чем это связано, не знаю. И теперь будем считать. Суды, которые надо мной были, или у меня, то это очень полезно знать. Опрос 4080. 30-й том «Открытым оком». Говорят, что в последнем слове можно говорить, что хочешь и сколько хочешь. Значит, можно будет сказать и о Боге. Я в последнем времени, ответ, говорит, нужно по делу своему, по обвинению. Меня лишили последнего слова полностью и отняли защитника еще в стадии расследования. Обидно было, но я помолился, и Господь мой так все развел, что я все еще живой. И это последнее слово потом опубликовал на большую территорию. И остались хорошие отношения и с судьей Макаровым, и с органами КГБ, и полковник Никулин, оттуда и судья, и другие мои гонители приобрели потом мои книги, и я за них тогда и ныне молюсь. Следователь потом принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Мы же не видим всю картину, что Бог назначил нам, а видим только от картины размером со Вселенную одно стеклышко мозаики, и пытаемся решать, что верно, что ошибочно в моей биографии. Послушав нынешних патриотов, все обрати на христианскую сторону. Кавычки открыты. Уважаемый суд, в зале судебного заседания много со стороны обвинения говорилось об амурском отделе СРН, как экстремистской организации. А я бы хотел в своем последнем слове сделать акцент на том, что в стране реально действует настоящее экстремистское сообщество, и называется оно «Партия Единая Россия». Возглавляет данное преступное сообщество экс-президент России Путин Владимир Владимирович. Ну, дальше прочитайте, что здесь есть. И дальше черное, которое выделил, это темным, считай.
Геноцид русского и иных коренных народов, населяющих испокон веков необъятные просторы России. То есть вот что позволяется сказать, я буду тормозить, а вы просто посмотрите. Это не христианин, но как он говорит об этом? Вы для себя отсюда и знаете. Он дает статистику, деньги, куда тратятся, как плохо живет народ. А вот они бы были эти у власти, которых судят, то было бы все лучше. Так они говорят. Говорят, что правители нарушают конституцию. Я ничего здесь не добавляю. Дальше в стране. В стране идет намеренное, целенаправленное уничтожение национальной элиты. Вот так. Дальше прочитайте, какие места. Просто тормознуть надо и дальше считай. Прочитайте обязательно. Я скажу, что поучиться есть чему. Не надо думать, что раз неверующий, то да и неизвестно еще верующий, неверующий. Но они хотят лучше, как цитируют Ленина, какой том. Видите, какую речь сказал человек. И когда он если вернется, там его не убьют, то ему есть что будет сказать. Скажет, вот я говорил. Говорил, не послушали, что теперь? Дальше. Я открыто и честно заявляю, в России началась кампания по преследованию политического инакомыслия. Причем в нее вовлечены как прокурорские чиновники, так и вся судебная машина в целом. В стране, где президент клянется в приверженности демократическим ценностям, появился особый слой заключенных под названием «политические». Это действительно так. Вачков сидит. Так, Евгений Смирнов. Вот, а я теперь даю, как всегда, эпиграф к тому, что он сказал. Деяния 26:2-22-23. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Так, о кризисе кричат, показывают, пишут, как лопаются банки, заводы на замке. Кто виноват? Зачем? Об этом много тише. Не раскошелится на бедность жидомасон Закхей. А кризис не в деньгах, во времени, в любви, тех составляющих основу нашей жизни. Не проворонить миг, уметь его словить, о дефиците святости скорбя успеть помыслить. В любой критический вселенский недобор, как обманутым, несчастным, к одиноким, бедным, всем черепа расколет раскольников топор, любовь за штат ушла уже почти бесследно. При преизбытке зла, безбожья атеизма, на подозрительности к смерти строят мост. Без веры в Бога цель преступна низко, когда не помнят вовсе, что воскрес Христос. Критической отметки достигает всеобщее неверие глаголам Иеговы. Пророки обезножили, не двигая ногами. На благовестие столетия епископ не подкован. Решительный исход и пройден эпикриз. Наступит перепад, не постыдит надежда. Невозмутимый штиль среди остатка брызг. От отговорок на вымыслов пусть к царствию прорежен. На недоверие к библейским изречениям опустошение устроил демон-дьявол. На лжи тогда построено поповское прощение. Не зря же столько лет на Библию он лаял. Кризис не в политике, а в пустоте голов, не занятых в исследовании божественных изречений. Божьих изречений. Божьих изречений. Всю волчью сущность пастырь описывал Крылов. И родствует с мощами, и на воротах чертят. На преизбытке верный закрепится. На камне дом сооружает прочный. Не верьте изуверам, таким как коммунисты. На кризисах, страшилках, по вере ставим точку. А почему он говорит здесь, что юродство с мощами на воротах чертит? Не знаю. Ну, помнишь, когда Давид пришел, его сказали, так это Давид, который нас гнал-то. И он сразу по бороде пустил слюни и на воротах стоял и пальцем чертил. Тут каждое слово из Библии взято.
Так, о чем здесь говорится в вопросе? Суд, пиши. Последнее слово там. О, суд, последнее слово. Правильно. О, вот теперь дальше мы идем. Такие вопросы у нас хорошие. Это мне вопросы задавали в университетах, где я вел занятия. Люди очень внимательно следили за тем, как у меня дело шло. И от тюрьмы до ЦУМы, говорит, не зарекайся. И поэтому очень полезно это знать. Они так, а меня это не касается. А когда возьмут и поплыл, ничего и нету, не приготовился. Что говорить, Дух Святой покажет. Вопрос 4091, 30 том, открытым оком. Насколько серьезны были обвинения против Душенова? Константина Юрьевича. И как дело его шло? Видишь, какие вопросы. А я должен знать, я вышел на кафедру. Ответ. Лично там не был. А данные все только из интернета. Ну, вот кавычки так. Открыты. Заседание суда по делу Душенова состоялось 26 марта. Ввиду большого стечения православных зданий суда и их активного противодействия беззаконию, судебные приставы пытались переписать фамилии и паспортные данные всех пришедших, что зафиксировано фото и видеокамерами. Дело отправлено на дальнейшую фабрикацию. 17 марта городская прокуратура Санкт-Петербурга, старший помощник прокурора Федоров, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против главного редактора газеты «Русь православная» Константина Юрьевича Душенова в связи с отсутствием состава преступления. Ссылка на сайт идет. И дальше как было, это прочитайте. Это уже верующие, это интересно просто. Но дело прошлое, все равно они осудили. Дальше. Суд и прокуратура действуют в русско-еврейском конфликте не самостоятельно, а подчиняясь некоему единому для них приказу сверху. Отказывать обеим сторонам, чтобы погасить конфликт. Смотрите как. Меня судили, когда точно так же было. Они по-другому не знают. Ну, слабаки. Дальше. Что пишет? Так, редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов, распространенных другим средством массовой информации. Ну, то есть, что он не виновен был, что он опечатал такой материал. Так, распространение сведений, содержащих мнение лиц о событиях или явлениях окружающей действительности. Что, попадает ли под действие статьи 152? Вопрос. Гражданский кодекс. А теперь вывод, что лица таки имеют право свободно распространять собственные убеждения и... действовать в соответствии с ними. И досчитай до конца. Свободно передавать и распространять эту информацию любым законным способом. В том числе и с неиспользованием сети интернет. Ну и дальше прочитайте. Лишь случай дефамации является сообщением. Указывает их. Снычев. Его спрашивали. Простите, а вы сами... Митрополита Иоанна Снычева. Спрашивали, простите, а вы сами пишете ваши статьи? Митрополит столь же прямо отвечает. Конечно. Основу мне готовят, это нормально. И патриарху готовят. У меня есть специальные лица, которым я излагаю концепцию. Они пишут основные положения. А дальше уже моя разработка. Вот это, что я сказать, он помогал. Константин Юрьевич ему писал эти рефераты. Что первая группа референтов... помогала владыке Иоанну в подготовке его статей. Вторая группа, информационно-аналитическая, регулярно готовила для владыки обзоры текущей политической ситуации. У меня вот лично никто не готовил. Все, от начала до конца приходилось делать самому. И дальше. Я всего, после всего этого пишу эпиграф к этому. Псалом 34.4. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим мне зло». Это им же пожелание. Псалом 68.7. «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев». Так. «Понаблюдать повадки у птиц и у зверей. Советует нам Библия, Священное Писание. Разумный все подметит и сможет усмотреть свое родство с быками и со псами.
тот, как стремится к пище и питью, и вредность бестолковой рядом твари, зависимость от нас, когда им все даем, готовые уже или в посуде сварим. Вот так и мы зависимы во всем от Божьей милости, ее не замечая, как ластимся, когда Господь нас бьет, и пакостим при свете и ночами. Нередко бьем упрямую с лицу, то палкой, то пинком под точий зад, забыв задать ей корм, воды напиться, на шее клочья гроздями висят. Похожи мы на транспорт гужевой. Но что вести, нагружены ли вдосталь? Хозяин кто и для кого живем? И кто на нас к Христу прибудет в гости? Честь воздаем корове по ее труду, писаньем молоком кого мы угощаем? Младенцы нежные по запаху придут, но молоко младенцам лишь в начале. Из подражания мы пользу извлечем, учителем считая все, что рядом. В тиши поет и в стужу нам сверчок, пчела ячкой научит мед припрятать. Задумчиво смотрю на пса и кошку, корю себя подчас, что не ловлю мышей. Крадется грех, и на душе так тошно, что дал прогрызть, украсть, не гнав за шей. Разуть глаза, не перестать дивиться под тексту тайному в учителях нижайших. Подстегивают нас шипеньем, пеньем, свистом, с покорностью у ног моих прижавшись. О чем? Про душевного что-то тут написано. Давай об этом и скажем. Подожди, напишем суд. Суд душевного. Эта папочка кончилась, последний 30-й том. Эти, как по времени было все это, как раз его судили. И он как только освободился, в первый же день мне позвонил. Я посылал кое-что, люди наши приходили туда, помогали средствами, что могли, я книгу послал, потому что для меня это было все дорого. Вопрос 4106, 30-й том «Открытым оком». Что дают суды с евреями тем, кто разоблачает их суть и их книги? Стоит ли терять столь драгоценное время на то, что в вечности не потребуется? Ответ. Полезное можно взять из самого незначительного и даже вовсе ничтожного. Иеремия 15:19. На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Угу. Апостол Павел требовал суда кесаря, то есть тогдашней прокурорской проверки, решения государственного суда. Деяния 26:32. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал бы у суда, у кесаря. Посему решился правитель послать его к кесарю. Деяния 28:19. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. Конечно, можно по-старообрядчески замшело рассуждать. Лежал до нас тысячи лет, пусть и дальше лежит. Но каноны церковные указывают на процессы, какие могут быть для разрешения трудных вопросов. Жидовская мораль призвана экстремистской. Московская прокуратура провела экспертизу и признала книгу «Кицур Шульхан Арух» оскорбительной для неевреев. Кавычки открыты. «Обоюдный отказ равносильный нашей победе». Так характеризует решение генпрокурор, составитель и податель письма 5000 Назаров. Ниже приводится текст постановления, врученный работником прокуратуры лично Назарову в праздник Вознесения Господня с его кратким комментарием. Ну дальше прочитайте, что это говорит. Вот черное только будем считать, что выделял, что? Поступили обращения Назарова, Хатюшина и других по факту издания и распространения книги «Кицур Шульхан Арух», содержание которой, по мнению заявителей, направлено на разжигание в обществе национальной и религиозной вражды,
унижение человеческого достоинства по признакам национальности и отношения к религии. Ну, под это пришел. Вот я буду вперед проводить, а вы смотрите, просчитывать потом будете. Иудаизм является расистской религией, скрывающей свою истинную суть. Именно расистская суть иудаизма является первопричиной экстремизма, появляющегося в русско-еврейском конфликте с обеих сторон. Вот, ну, прочитайте теперь. Все ее законы продолжают действовать в наши дни. Они признают, что еще более оскорбительное для других наций положение изучается в еврейских школах. Ну да. В книге прямым текстом изложены оскорбительные выпады по отношению к неевреям. В частности, в книге сказано, что с неевреями надо обращаться как с животными. Ну и дальше, откуда, что, какая статья, я даже считать здесь не будем, что именно сказано. Вот. Шульхан Арух дальше. Кицур, Шульхан Арух, использованы специальные языковые средства для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик. Вот все. И дальше еще, прочитайте все. Книгу, может быть, где-то достанете, можете зарядить в интернете. Я показываю так. Читать? Выдай. Так, дальше. Я многое здесь выделил. Это выделено, мной выделено. Прочитайте. Это большая статья. И этот Назаров Михаил, он приезжал, у меня здесь был, мы говорили с ним. И сразу разошлись, у нас не сходится с ним. Вот именно вот это, такое, ему надо что-то. А начали говорить Библию и не знает как будто вовсе. Видите, много мест Писания выделяю из этого решения. И можно узнать. Тормозните и просчитаете. Национальную рознь, то другое. Меня спрашивают, на вы на Шульхан Арух как реагируете? Туда никак. Есть или нет, все в Боге. Вообще никак. А что там говорится? Ну, все, что говорят патриоты, все правильно. Человеконенавистническое зло. Ну, что спрашивать-то? Христопродавцы, распинатели Христа и написали комментарии тут. Ну, они на это могут идти. Я никогда на это не иду. Я думаю, они обязательно должны были близ быть Даниила Сысоева. Они как-то так разделились под сфер. Одни именно с евреями, Данил Сысоев там с мусульманами, с разными людьми. Никого не сужу, просто говорю. И ко всему то, что они пишут, вот мой эпиграф. Левитам 24:22. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. Второзаконие 17:12. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля. Вот это да. Сафония 3:3. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Ага. Ну и теперь. Так, страну трясет от праздников и дат, общественных и личных загогулин. Потом с похмелья трое суток спят, глядишь, и к новым праздникам подрулят. Одно событие разрушило молчание. Не с ангелами вышли в Рождество. Пятидесятницу, началом всем начала, любой язык понятен и простой. Дверь распахнулась, весть о воскресении, единородного из отчих недр Иисуса. Апостол Петр благую весть рассеял, и потому в той житнице не пусто. Пора уверовать, приняв без оговорок, дарованную жертву на Голгофе. Грех прародительский, и нам смертельно горек, и нам, потерянным, неимоверно плохо. Но Дух Святой, как личность, в триедином, сотлевшее в душе разворошил, на языках иных заговорили ныне, путь благовестников достигнет и вершин. Воскреснут тысячи, а позже миллионы. Духовных же рождений будет столько. В душе таких враг обольститель сломлен. В плен к Иисусу сдались добровольно. Есть даты личной встречи со Христом. У каждого рожденного от Духа. Меня, израненного, он услышал стон. И извлек из волн туда, где было сухо. Ту дату праздную десятки раз на дню. Переживая вновь огонь и воду, слепцам покажется, что я темню. На веру, мол,
пошла недавно мода. Рабы и пленные не празднуют побед. Кто с победителем, у них вселенский праздник. Кто не пошел, тот не оставил следа. Закончил жизнь среди отбросов грязных. Так, а что? Шульханарух тут у нас. Так, так и запишем. Суд Шульханарух. И переходим на другую папочку. Так, так я этих-то не подключил. Отошли они уже, больше не знают. Ладно. Еще не буду их трогать, они уже ушли. Так. Суды. Старообрядчество. Вот теперь про старообрядцев многое-многое можем узнать. Вот первый вопрос. Старообрядчество. Ну, будешь писать старообрядцы. Так. Старообрядцы, о, как они недовольны будут, что я говорю о них. И говорю не в похвалу им. Хотя есть и хорошие места. Дальше. Вопрос 725. Второй том «Открытым оком». Староверы говорят, что иконы должны стоять, но не висеть. Говорят, что молиться на сон грядущий можно с 4 часов дня. На следующий день уже, на вечер. Ответ. Это напоминает размышления уборщицы перед портретом правителя. Вот думаю, то ли его повесить, то ли к стенке поставить. Понимаешь, что? Да, расстрелять. К стенке поставить, расстрелять, а повесить это... Староверы иконопочитание довели до логического завершения. Иконы у них как члены семьи, как живые существа. Вспоминаю про местных старообрядцев. Отмолились, то есть отстояли многочасовую службу и разошлись. Гостям отвели место. Они разложили подрушники и легли на них. Подрушники — это специальный такой маленький, как матрасик шьют, ну, сантиметров 40 на 40, чтобы руками не грязный пол. Это хорошее дело. Их много, когда куча целая. То и легли на них спать прямо в храме. Начался долгий стариковский разговор с жалобами на снох и зятьев. И вдруг грохот. Над ними висела метровая икона пророка Илии, нарисованная на толстых дубовых досках. Старый гвоздь не выдержал и обломился, но икона упала углом вниз. Качнулась и накрыла говельщиков, прибольно стукнув по упрямым лбам. Выбравшись из-под пророческого гнева, они тут же обложили его. «Ай, грозен же ты, святый пророче! Ну и милость же твоя без границ! Только попужал!» Порассуждали, а ведь мог и по черепу ударить, и тогда... Умолкли старушки и с благоговением к иконе заснули блаженным старообрядческим сном. Это вам не бумажная карабинниковская копия, которую заряжают священники в Покровском соборе, водя по оригиналу. А молиться на сон грядущий действительно можно в любое время. Только вслед за этим нужно и спать ложиться. Здесь никаких ограничений нет. Давай запишем. Старо. Старо. Ну, вся старообрядцы. Дальше. Время молитвы. Можно и иконы добавить. Это в Барнауле было все. В Барнауле мне они рассказывали. Я верю, абсолютно верю этому. Потому что так оно все и есть. К нам приехал тут не кто-то, а к сестре моей из Новосибирска. Брат один. И старообрядицы. А она уборку делает, побелку. Ты икону убрал, зашел. А надо три поклона положить. У вас молиться некуда. Она сразу, зная, в чем дело, побежала, икону деревянную принесла. Если бы бумажную, молиться не стал бы. Она может быть на дереве и на железе. Все. Она поставила, а три поклона быстренько сделала, как всегда. А поклон делать не полное, как евреи у стены плачут, только головой кивают-то. Здорово живите! Ну, а почему ты, Саша, говорит, не сказал мир дому сему? А что это такое? Ну, это Христос сказал так. Так мы что, баптисты какие, что ли? Да при чем тут баптисты-то? Я православная. Здорово живите. Ну, и живем мы здорово, конечно. Зубы выжили. Я эту природу-то хорошо знаю, сам из нее происхожу. Так. Это не просто так.
Это я все вспоминаю. Меня вывели на прогулку в тюрьме, а я ухожу, переписываю. Переписывал до этого молитвослово, захожу, а они меня не видят, которые тебя выведут, когда там на прогулочный дворик. Камера открыта, в это время заходят. Вот такая ручка, ну, до пояса человека, деревянного молотка, называется киянка, она окованная жестью-то. И он ей везде по решеткам колотит, ну, действительно ли тут не оторвали что-нибудь, не сделали, нету. А у меня лежат они... Двое стоят, их, которые там работают, их называют дубаки, то есть дубовые мозги. Здоровые такие. Икос кондак. Да, это не просто так. А я стою сзади. Икос кондак. Вот удивил я их. Дальше. Вопрос 916. Третий том «Открытым оком». Знакомые мне старообрядцы рассказывали про вас. Про меня, то есть. Это на кафедре записка поступила в университете. Что вы пили у них на клиросе и ходили к еретикам молиться с ними. И за это они вас отлучили. Они говорили про вас, что вы проповедовали им, что нужно в жизни руководствоваться Евангелием, и что Евангелие даже нес когда-то ангел. Староверы уже утверждают, что нужно руководствоваться кормщей, и ангел нес кормщую. Ответьте, пожалуйста. Ко мне старобрядцы на занятия приходили. Дальше. Ответ. Здесь, как и всегда, я отвечаю абсолютно на все вопросы, даже личного характера. Но полезно ли вам все это знать про чужую жизнь? За всю жизнь я не стоял ни одного часа ни на каком клиросе. Петь не умею, слуха нет, а длительное пение меня утомляет и усыпляет. Тянут как колыбельную, и стоять неудобно, и лечь негде. Я перестал к ним ходить, переехав из Новосибирска в Барнаул. Не будучи отлученным, и более никогда к ним уже не приходил, зная их смертельную ненависть ко мне. Прошло уже 35 лет, как я у них не был. Но там находятся мои родственники, родная сестра, и она рассказывает, что уже подрастает второе поколение после моего отъезда, и они воспитывают их на страхе и ненависти ко мне. Говоря всяческие небылицы, одна из самых прочных и долговечных небылиц, кавычки открыты, Игнатий увел к баптистам всю старообрядческую молодежь. Всю, не всю, но покажите хотя бы одного, кого я увел. Они распустили молву, что они меня отлучили. В начале 90-х годов, проезжая через Москву, я проехал через их архиепископию на Рогожском кладбище. 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 Приняли они меня радушно, ибо много были наслышаны. Разговаривая со мною, нынешний митрополит Олимпий, тогда архиепископ, брат его священник Леонтий и Антонов Александр очень сильно звали к себе. Я спросил, в чем они меня обвиняют. Попросил подтвердить слух, что они меня отлучили, когда и за что. По указанию архиерея в канцелярии сделали розыск и ничего не нашли. Но добавили, ничего нет, давайте будем считать, что ничего и не было. Но я возразил, вы должны это опубликовать, дабы и другие про это знали. Архиепископ спросил в конце беседы, считаете ли вы причастие у никонян действительным? Я без колебаний ответил, да, считаю. Считаете безблагодатной московскую патриархию? Я ни разу в жизни не сказал, что она безблагодатная. Он сразу же потерял ко мне всяческий интерес. Встал и сказал, нам больше не о чем с вами говорить. С ним говорить. С ним говорить. А, с ним говорить. Еще раньше, когда мы причащались в Покровском соборе, старообрядческая молва, что я отлучен, дошла до меня, я на исповеди сказал об этом отцу Симеону Титову. Как мне быть? Я к ним не хожу более 20 лет, и вдруг какое-то отлучение, без всякого предупреждения меня. Священник подтвердил, что даже если бы и было отлучение, то оно недействительно. Относительно Евангелия, слово «Евангелие» встречается 27 раз и только в Новом Завете. Матфея 24:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Деяния 8:25. «Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие». 1 Петра 4:17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» 2 Коринфянам 9:13.
ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Вот видите, мне вопрос задали, сколько мест Писания я открываю, это я на кафедре говорю. Потом сюда переписал, дальше. 2 Коринфянам 11:7. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие». Галатам 1:11. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Откровение 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Прочтите все эти места, перепишите их себе и отнесите к старообрядцам. Если они серьезные люди, пусть они сделают мне выписки про кормчую из Евангелия, из Библии». Ну вот так. Дальше. «Еще одна гора, еще одна долина». Еще один крутой над бездной перевал. Еще немного слез и горечи полынной. А там нам рай Спаситель обещал. Еще не кончен путь, не все свершили руки. Еще не спета песни, в ней нет последних слов. Еще звучат в душе призывов Божьих звуки, и хор звучит к Христу зовущих голосов. Еще не поздно, друг, на зов тут отозваться. Пока еще есть день, минута или час. О, поспеши Христу, пока есть жизнь отдаться, пока последний луч надежды не погас. Нет завтра, нет вчера, а только есть сегодня. Одним лишь только днем владеть нам суждено. Еще надежда есть, что волею свободной ты сможешь разорвать своей цепи звено. Так быстро жизнь пройдет, еще одно мгновение — и прекратится путь для утомленных ног, и вечность впереди. Что вечность без спасения? Но ты еще живешь, живых спасает Бог. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал, еще немного слез и горечи полынной. А там нам рай Спаситель обещал. Вера Кушнир. Видите, какой ответ? Пиши старообрядчество. Так. Отлучение. Видите, какие вопросы? Какие серьезные вопросы мне задавали? Люди-то приходили разные, старообрядцы, и у меня там всех польза есть. Они как-то пришли и говорят, вот, а вы вот это говорите, противосектантское, почему бы это в книге не издать? Я говорю, а зачем у меня газетные листки вышли? Ну, газеты сгибаются, там пропадают. Это книга, я не знаю. А они как раз у себя издавали, Мельникова. Они меня к этому побудили, к книгам-то, толчок-то старообрядцы дали. Я говорю, а что? Как это делать? Надо, чтобы кто-то верстать. А что такое верстать? Я знаю верстак, где гайки крутят. Нет, говорит, это такое дело. Ой-ой-ой. Дальше. Вопрос 946. Третий том «Открытым оком». У поморских старообрядцев нет причастия. Почему? И спасутся ли они? Вот я должен и про поморских все знать. Ты видишь, какие разнообразные вопросы. Да, старообрядцы. Не просто на кафедру зайти. Ответ. Это все последствия не столько Никоновой реформы, как Никоновской бездуховности, необразованности, когда люди вообще не исследовали Писание и не имели его. Все уперлось в персты, в иконы, нашлись вожди, начетчики, наставники. Надо знать, как звать их. Нет ни одной христианской секты столь невежественной в Писании, как старообрядцы-беспоповцы. Когда к старообрядцам пришел митрополит Амвросий, от которого идет хиротония белокренистской иерархии, то оказалось, что все старообрядчество мгновенно соединится. По теории так оно и должно было случиться, ибо только в России, не покорившейся Никоновской реформе, старообрядцы уже разбились на 48 толков. Толков и течений. Вот это тогда было, сейчас намного больше, чем 50. Я очень хорошо помню, как из
Киржаков без поповцев в нашем поселке Потерявка в начале 60-х годов пришел к священству мой родной дядя Степан Дмитриевич Лапкин. Человек очень умный и уважаемый односельчанами. Под старостью он крепко задумался о своей душе и обложился старинными книгами. Как правило, почти все они были служебными, беспоповскими, и в каждой из них он находил: «Иерей глаголит, иерей подает, иерей возглашает». То, что иерей есть священник, он узнал сразу, и, читая жития, всюду он находил слова о причастии, о теле и крови Господних. Он тут же сделал розыск. Есть ли такие люди, кто сможет ему объяснить, где найти священника, без которого нельзя спастись? И он, израненный, еще в первую германскую хорошо экипировался. В несколько тетрадей печатными славянскими буквами, часть его и записи хранится в моем архиве и доныне, записал все свои вопросы духовные и хозяйственные попутно. Он тут же выехал в Барнаул, и Бог привел его к старообрядческому священнику Белокреницкой иерархии, отцу Роману Павлову. Он сразу же познакомился с Александром Ивановичем Устиновым и буквально влюбился в него, и он отныне никому не подавал покоя, ни днем, ни ночью. Исключительно волевой, с тихим голосом, насмешливый и ироничный, со старообрядческой мрачностью, он весь преобразился. Лицо его как-то необычайно светилось, поражая всех. Глаза его ликовали, и он повторял: «Нашел! Нашел!» Его тут же довершили миропомазанием, и он причастился. Он стал рьяно проповедовать в нашем поселке. Но все это тихо, по-келейному, всем знакомым, и всех приводить к священнику и к причастию. Его не нужно было уговаривать, что-то доказывать. Он принял все сразу, без остатка, что смогли дать ему новые учителя. Не имея Библии и Евангелия, они, конечно, не могли этого дать ему. И ему. Для него все благовестие заключалось в словах «священство и причастие». Узнав, что центр старообрядчества находится в Москве, на Рогожском кладбище, он сразу же среди зимы выехал туда. Вот слушайте все внимательно, как нужно ревновать о деле Божьем. Дальше. Он плыл в свои стихии, повторяя: «Мой отец тоже находился в этой церкви, но, приехав в Сибирь, вынужден был по великой смертной нужде присоединиться к киржакам, иначе ему не нарезали землю». Но в душе его отец не изменил истине, тосковал о причастии и вскоре поехал в Рязань, чтобы причаститься у своих. И там, причастившись, в тот же день был убит родным братом при матери за столом. Это мой дядя, мой дед. Мой дед был. Тихон Дмитриевич, это Дмитрия убили. Я разговаривал с дядей Степаном не раз после этого и не узнавал его. Его тихой радости, восторгу не было конца. Какие бы недостатки он там не видел, это вызывало у него детский восторг радости. Да чего же там хорошо? Ах, как хорошо! Не так, конечно, он говорил: «Ах, как хорошо!» Нет, отнюдь нет. Это ты просто как клоун какой-то. «Да чего же там хорошо! Ах, как хорошо!» На Рождество там молились в летнем неотапливаемом огромном храме. И он с мельчайшими подробностями рассказывал о своем виденном. И, поглаживая свою лысину, восторгался. И голова даже не мерзла, а по стенам и всюду висел иней. Вот что значит жажда, истинный поиск, любовь. Позже достал для него Новый Завет на русском языке. Он тоже обольщался, как и я, серьезно полагая, что стоит только людям открыть истину, и они сразу ее примут. Он поехал в соседние деревни к беспоповцам и огорченно вернулся ни с чем. Иоанна 1.11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Старообрядцы поморского согласия – это православные люди, но самые настоящие раскольники. Один Бог знает, кто спасется, но Евангелие говорит, что кто не принимает причастие, а оно преподается только рукою иерея, не имеет себе жизни. Иоанна 6.53. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь себе жизни». Опрос 947. Во время пришествия Христа состояние иудейской веры было такое же, как сейчас состояние православной веры. Вопрос: можем ли провести аналогию?
Ответ. Видишь, какие мне вопросы задать. Я должен знать и еврейскую веру сегодня, и старообрядчество. А другой зайдет на кафедру, ничего не знает. Ты должен знать абсолютно все. Ответ. Мне кажется, что состояние сегодняшнего православия намного хуже. В Иудее времен жизни Иисуса Христа соблюдались хотя бы предписания старцев. Люди ревновали о соблюдении субботы, могли побить нарушителей закона Моисеева. А сегодня в православии вообще ничего нет. Это просто улица. Нет никакого фанатизма вообще. Смертельная разжиженность. Евреи платили десятину. Жертву повинности. За грех. Жертву за грех. Сегодня ничего этого нет. И хотя пророки уже прекратились, но Писание их народ знал. И было страстное ожидание прихода Мессии. В России сегодня ничего этого нет. Власть коммунистов тысячи крат страшнее римской власти. И претерпев невиданный геноцид, насильственное умерщвление 66 миллионов человек, в стране от этих извергов продолжают тянуться к ним. Расстреляны почти все священники. Большевики уничтожили 57 тысяч храмов и 1275 монастырей. И сегодня правоверные, православные голосуют за этих самых коммунистов. За этих извергов рода человеческого. И это еще не самое бездна безумие. Во главе этой толпы изгоев стоят православные попы и прямо призывают голосовать за нечестивцев. Ниже этого падения, кажется, быть ничего не может. Вот так. О чем здесь речь идет? Не знаю. Состояние в православии. Написать. Старое обрядчество. Дальше. Так. Они... Так, раскол и ересь. И дальше. Раскол, ересь и дядя Степан. Чтобы легко можно было идти. Так. Вот это маленечко тут можно будет взять, скопировать. Небольшой вопрос. Я бы его и за жизнь время не тратил увеличивать, но там ничего не видать. Нам надо еще сделать, чтобы считать можно было. Не каждое слово считаешь, заглатываешь окончание слов. Вопрос 953, третий том «Открытым оком». В спорах со старообрядцами я защищаю Игнатия Тихоновича Лапкина, а у них сразу параллель. Если я его защищаю, значит, тем самым я агитирую за то, чтобы все ходили в Никонянскую церковь, а не в их истинную. А почему Никонянская еретичествующая? Они мне так и не могли доказать. Молчать я не могу, слыша неправду. Как мне поступить? О, какой патриот приходит на занятия. Ответ. Я постоянно напоминаю всем друзьям и знакомым никогда за меня не заступаться. Я с кафедры все время это говорил. Я просто в этом не нуждаюсь. Своего учения у меня нет, а я проповедую Слово Божие. И кто нападает на меня, они не меня поносят, а отвергают Священное Писание, ложно толкуя его по оспариваемому вопросу. Я не только прошу, но запрещаю произносить мое имя, что будто бы я так сказал или так учил. Вы им покажите те места Писания, где опровергается их заблуждение, и растолкуйте по святым отцам. Причем здесь я? Я удивляюсь, что столько лет меня Бог хранит, и ризы своей любви скрыл меня от поносящих меня врагов. И они не знают истинно мои грехи и слабости. Где я был бы для них уязвим? Благодарности моей Господу и Матери Божией нет предела. И мне кажется, что Господь еще что-то ждет от меня, и чтобы я оправдал Его доверие. Такие мысли мне приходят, когда я слышу, как враги клевещут на меня, придумывая всякие небылицы. И я внутренне содрогаюсь от страха. Благодарю моего Создателя. Враги бьют по пустому месту, потому что не есть я. Я испытал в жизни на себе исполнение редкого стиха. И скажу, что больше ни в ком я этого не встречал. 1 Коринфянам 19:22. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вот смотри, я еще раз говорю. Я испытал в жизни на себе исполнение редкого стиха, вот внизу читаешь, и скажу, что больше ни в ком я этого не встречал.
Чтобы для всех сделать совсем. А как ты сделаешь, так на старобрядцев не знаешь, ты их без поповцев не пойдешь, пятидесятниками ни разу не был. И люди, которые старше меня были, у них этого не было. Я для всех сделал совсем. И поэтому Господь делал, чтобы приходили оттуда люди. О чем здесь? Не знаю, защищать что-то там пытаются вас. Так, подожди. Так, старое обрядчество. Защищаю вас. Некоторые там начинают на меня даже сейчас давить. Вы говорите, последнее, ну, события дня, на самом деле там, говорит, только вот эти вот вопросы, то другое. Ну, сегодня есть, а завтра нет. Менять тему я не могу, название. Так не делается. Я все-таки хоть одно событие, это оно и имею. Вот так. Говорит, они ничего не знают. Он сидит и считает тут чужое, непережитое. Я конкретно говорю. Дальше. Опрос 1040, третий том «Открытым оком». Последние годы в печати было много публикаций о староверах, которые скрывались в тайге, как лыковы, в Воронежской области, какой-то деревушке, в Канаде, которые переезжают из Китая, в Аргентину, в Америку, в Канаду, уже 6 переездов. Они терпят большие лишения и стараются удалиться от мира. И все это делают они ради спасения своей души. Все ли у них хорошо и спасительно? То есть я должен это все знать? Ты понимаешь, нет? И поэтому я ищу последователей. А у вас есть те, которые понесут? Пускай учатся. А им даже готовы прочитать, тошнота уже кажется, куда-то убегут. Я ни с работы, ни с чем, никогда, нигде не советовался ни с кем. Я день и ночь занимался этим. Ответ. В первую очередь, все они потеряли священство. А значит, и все таинства, и все они в таком случае уже не церковь, а раскол. Они все исключительно упрямые и непокоривые, и считают, что на них держится весь мир и вся вселенная. Когда к ним приезжают старобрядцы, имеющие священство, у которых все абсолютно так же, как у них, то они и их решительно не воспринимают. Значит, дело не в никоне, не в книгах, не в перстах, не в пении, не в форме одежды и не в постах. Я смотрел фильм про таких скитальцев. Вот с чем я не согласен. Двоеточие. Как и все старобрядцы, они не просто выпивают, а напиваются самодельные брашки и пьют все, мужчины и женщины. Женщины носят украшения. Библию на русском языке они не знают. Значит, она не является для них руководством. А руководствуется баснями, предрассудками вроде свиной желчи, которую подали Христу. Подрастающих поколений уходит от них в мир. И они решительно ничего не могут противопоставить этому. Они пользуются плодами цивилизации очень активно. И дети их видят, насколько легче жить, пользуясь машинами. Государство принуждает их учить детей хотя бы по минимуму. И как видим, все это действует против них. Они исчезают. Если бы они были рядом, они поселились в нашем поселке Потеряевка, смогли бы мы им помочь? Да, смогли, но при непременном условии, что Слово Божие будет для них авторитетнейшим руководством, и у них будет священство. Без этого у нас сразу же с ними возникнут недоразумения, возможно, споры, разногласия, недружелюбные отношения, и они снова начнут собираться в путь. То есть они беглопоповцы, только бежать, беглопоповцы, сейчас я скажу, о чем ты сначала, так, старообрядцы, о чем писать? Ну, там какие-то... Беспоповцы разные. Староверы даже. Да, беспоповцы разные. Готово. Так, идем дальше. Так, сколько там? Еще есть, не смотри, пока не надо смотреть. Я буду посмотреть. И вот теперь вопрос еще один, я его выделяю, копирую. И Word стараюсь ставить поскорее. И увеличить до 20 размера шрифта и сразу насчитывать. Это немного времени. Вопрос 1132. Третий том «Открытым оком». На Остоглавом соборе было запрещено молиться тремя перстами. Следовательно, если мы признаем этот собор, значит, нужно молиться двумя перстами. А если не принимаем, то как же расценивать решение этого собора? Не соглашаться с ним? Понятно. Так не, я его знаю, это... Выписывал из него, на него симфонию на собор составил.
для себя. Но тут вопросы стоят такие, что намного больше, чем я думал. Ответ. Пусть вас не смущает слово «собор». Абсолютное большинство его участников – это безмолвные фигуранты, и, как правило, заправляет всем один-два человека. Председательствующим на этом соборе был Иван Грозный. Правда, еще совсем юный. 15 лет было ему. Я много лет занимался канонами соборов, правилами по разным изданиям, переводом и даже делал сам перевод, делая сравнение решений вселенских и поместных соборов со стоглавым собором, приходится сделать заключение, что вопросы, которые поднимались на нем, были местнического характера и никак не касались глобального. Если впервые читаешь решение собора, то создается впечатление, что участники его совершенно не нуждались в Библии, не верили в нее и не знали ее. Речь шла только о том, как придать благочестие тому, что уже было, богослужению, порядку в монастырях, как устранить дикие суеверия. Какое? В скобках. Волхвовали прямо в алтаре. Рубашку, в которой родился ребенок, клали на престол. Как поступать с пьяными, дерущимися до крови попами, с теми, кто шатался по базару с иконами. Шло страшное мошенничество. Говорили о наказании работников цирка, о льготах богатым монахам. Разрешалось иметь 4-6 сортов кваса. Иначе сказать, собор марафетил покойника. Авторитет Библии был на нуле. За основу брали только то, что принесли греки в 988 году. Трудно поверить, читая деяния собора, что его участники серьезно надеялись поправить положение в стране. На полном серьезе вносят решение о том, что нужно молиться, то есть совершать крестное знамение только двумя перстами. И это только потому, что так молился сам Христос. Главное, это ссылка на чем. Сегодня старобрядцы так и утверждают, что при Вознесении Христос благословил двумя перстами. История сохранила нам случай, когда соборы последующие провозглашали, что бывший до них собор был просто разбойничий, а значит в уста всех его участников вошел дух лжи. Решение стоглавого собора не нужно было отвергать Никону, а держаться их. Но ввести авторитет Библии прямо против Священного Писания нет ни слова ни в одной главе. Это все-таки авторитетный собор для русской церкви, и Никон не имел никакого ни морального, ни юридического права прикасаться к его решениям. Последующие соборы должны были обратить особое внимание на образование народа, на перевод Библии на русский язык. Реформа Никона была крайне зловредной и ненужной, а молиться двумя или тремя перстами не имеет абсолютно никакого значения. Ибо в житиях святых находим, что святые молились и совершали крестное знамение и двумя, и тремя перстами. А Златоуст говорит, что первые христиане молились, совершая крестное знамение, одним перстом. Ну каким? Правой рукой, очевидно, указательный палец. Так, старообрядчество, о чем? Стоглавый собор, два перста, я не знаю. Да, как. Стоглавый собор. Вот видишь, а ты торопился куда-то. Успеешь, еще темно. Вот тебе вопрос маленький, видно, а ответ получился большой. И наоборот бывает. Вот сколько тема посвящена у меня только старообрядцам. Отдельно будет патриархии. Я еще раз говорю, чтобы выйти на кафедру, надо очень много знать. У меня отдельный том. Весь Коран мусульман разбирает по сурам и аятам в сравнении с Библией. То есть такого материала фактически нет. Еврейский Талмуд 12 томов разбираю. Почему? Потому что никто этим не занимался никогда. Вопрос. Вопрос 1237, 4 том, открытым оком. Старобрядцы очень много претерпели от царской власти после раскола. За что они страдали? За Христа или за собственное невежество и упрямство? Ответ. При князе Владимире с епископом Михаилом на Русь пришло христианство далекое-далекое. Не по времени, а по виду от апостольских времен. Библия будет переведена и сделается доступной народу через 888 лет, так как была переведена на живой русский язык в 1876 году. А крещение Руси было в 988 году,
То есть 888 лет, запомни, три восьмерки. После крещения не было у людей Евангелия. Дальше. До изобретения книгопечатания книги переписывались от руки. И практически ни одной Библии в народе не было. Стоимость ее приравнивалась к 20-летнему труду. Вера в народе была не евангельская, а церковная. Как мы видим сейчас на бытовом уровне, бабушкина вера. Священники не учили, а некоторые были даже крайне невежественны, как об этом говорят все историки и Дмитрий Ростовский. Люди же знали только обрядовую сторону и то, что услышат в церкви. Поэтому обряд, сложение перстов, вид икон – это было центральным в вере русских, православных. Никон сам не был обращенным и возрожденным человеком. Такое благоприятное время было им упущено навсегда. Если бы он не касался обрядовой стороны, за что держались ее ревнители, а напечатали бы Новый Завет и Псалтирь даже на церковнославянском языке и раздавали бы в народе, как делают сейчас сектанты, то никакого бы раскола и не было бы даже в помине. Он сеял бы на пцелине, Оси 10.12. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте в себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». А так как в сознании народа не было Евангелия, то для всех центральным было обрядоверие, считавшееся таким же святым, неприкосновенным, чему нельзя ни прибавить и не убавить. То есть то, что Библия говорит о себе, отнесли к богослужению, обрядам, книгам. Как и сегодня, когда Россия пребывает в том же антиевангельском духе, кромешной тьме. Для сегодняшних людей... Для тогдашних. Значит, откуда ты взял сегодняшних? Не знаю. Для тогдашних. Конечно, это разница большая. Очень большая. Для тогдашних людей то, за что они держались, было свято, как для правоверных иудеев закон о жертвах, как их ревность о субботе. Они настолько крепко верили в незыблемость субботы, что убили даже господина субботы, считая себя более ревностными, чем сам Бог. Стали святее римского папы. Самое страшное в этом то, что за эта ситуация сохранилась по сегодняшний день. Нужно провести полную ревизию в сознании верующих через евангельскую проповедь. Переформатировать сознание, как патриарх говорил. Не случайно люди, которые переходят к сектантам из православия, говорят о себе: «Я был неверующий». Самые главные противники просвещения народа сегодня – это священники и архиереи. Никон не имел никакого снисхождения к тем, кто не знал, что есть главное. Он шел напролом, как Гитлер, как Сталин, будучи чужд любви Христовой и снисхождения к немощным. Римлянам 14.1. Немощного или немощного вере принимайте без споров о мнениях. 14.21 Римлянам. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат мой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. 1 Коринфянам 8.13. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Матфея 18.6. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Никон подал великий соблазн на целые столетия вперед, насильно вкладывая в рот несогласных с ним идола жертвенное. Неправы были все, и те, и другие, но несравненно более виновен Никон. Как поступил бы апостол Павел? Его тактика нам известна. 1 Коринфянам 19.9.22. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». 1 Коринфянам 8.10.13. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». В этом плане грех Никона неизмерим. В его действиях не было никакой любви, но только дьявольская ненависть и гордыня человеческого ума, непросвещенного духом Евангелия.
он ратовал не за истину веры, которую открыл Господь, а за то, что открыли ему перебежчики из веры в веру, подобные митрополиту Лигариду. Дух же Божий призывает нас подвязаться всех вместе не за реформированную греческую веру, не за византийщину и ферапонтовщину, а за веру по Слову Божию. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Если сегодня спрашивают, от кого же была эта реформа Никона, то ответ один, от учителя его дьявола. Протопоп Аввакум писал ему, у кого из апостолов научился ты обращать в веру мечом и огнем и пытками? Миллионы истинно верующих во Христа вдруг мгновенно сделались врагами церкви. По мнению Никона, эти люди страдали за свои убеждения, как за Христа, а уж Бог как примет их страдания, не нам судить. Что касается гонителей, то здесь все ясно и однозначно от сатаны. Если бы протопоп Аввакум был евангельской веры и не упирал все в обряд, то как много бы они смогли бы сделать, распространяя чисто евангельское учение. Но у него не было, но у него этого было не больше, чем у Никонова. В таком же положении были и все члены кружка ревнителей, вся Россия до единого прихожанина. Так, о чем? Знаю, там что, о реформе, что ли? Старообрядчество. Реформа Никона. Все, Игнать Михайлович? Все. 11 минут уже. Да. Все? Да. Во славу Божию. Благодарю. Давай.